таким образом может быть существенно облегчить. Но, с другой стороны, вот я представляю, вот сейчас у нас как-то так получилось, все сработало идеально, но когда перед эфиром мы с Анной Сергеевной Титовой впервые тестировали эту прекрасную вещь, то я стал ворчать, как мне это свойственно, насчет того, что созвездие на самом деле будет Лео, а Лайон — это лев, который рычит. И Аня сказала прямо в приложении: «Ну что ты придираешься?» И приложение так и сказало: «Why are you придираешься?» Приложение называется iTranslate, спрашивают наши слушатели, отвечаем. Ну, там есть еще новое усовершенствованное приложение, там есть и Pro, и еще какие-то, ну, посмотрите. Да. Ну, мне кажется, что для бытового какого-то обмена реплик хватит и такого варианта. Да. Вот. А, да, если требуется что-то посложнее, то я боюсь, что... Ни одной. Я думаю, что этого приложения вполне достаточно. Вот как искусственный интеллект меняет нашу жизнь. На самом-то деле. Да. Вот. А, на самом деле приложение тоже, слово «translate» тоже начинается на букву «Т», заметь. Ну, в приложении на «i» все-таки. В приложении на «i», но слово «translate» как перевод тоже начинается. Я поняла, давай, какая следующая песня у нас на букву «Т»? Как ты угадала, к чему я веду. Как приложение все угадывает. Да, друзья, ну давайте послушаем, например, из ваших заявок группу Talking Heads, нежно нами всеми любимую, с их главным первым хитом «Psycho Killer», песня, написанная от лица серийного убийцы. Сразу уже стало понятно, что группа Talking Heads весьма своеобразная, но стать супер популярной и очень уважаемой в самых разных кругах, самыми разными слушателями, ей это не помешало.